массы. Сейчас будем измерять размер листа и посмотрим, готовы они к плодоношению или нет. 80 сантиметров, более чем. А розетка должна быть 80 сантиметров. Я думаю, что тоже так есть. Вот этого, например. Тут еще маловато. Ну вот. Теперь нужна какая-то стимуляция, чтобы он зацвел. Днем вот так. Они стоят вместе с авокадо. А когда темно, я включаю лампу. 80 ватт. Полный спектр. Вот такая лампочка. Так, какие есть способы стимуляции? Это растворенный в воде карбид. Это окуривание дымом. И фрукты, которые выделяют этилен, бананы, яблоки. Ну, либо надо большое количество, либо надо положить и завернуть в большой пакет. Ну как тут завернуть с такими острыми длинными листьями? Ну вот буду думать. Смотрим, какая тут у нас температура. Почти 21 градус, 62% влажность. Так, тут у нас батарея, которая совсем еле-еле греет. И ведро с водой. Так, сейчас мы попробуем связать ананас и закрыть его пакетом с яблоками. Так, ему надо обеспечить стресс. Стресс мы ему обеспечим. Сейчас накроем. Вот как получилось. В пакет его, а там внутри сплошные яблоки. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Я купила вот такие интересные кружочки. 3 штуки в наборе. И вот для чего они нужны. Теперь прям как в Таиланде. Вот мои дракончики теперь будут подвязаны. Саженца азимины и мирт в подарок. Это из Адлера. Сорт пока неизвестен. Они спят. Не буду ничего с ними делать до весны. Вот, листики облетели. Они в покое. Ставлю на террасу в плюс 7. Я решила пересадить мирт. Что-то мне его жалко стало. Вот такие у него там небольшие корешки. Посажу хорошую земельку. Взяла, ну, очень маленький стаканчик, потому что корешки там совсем небольшие. И, пожалуй, я поставлю его под цвет. Смотрим температуру и влажность у моей мураи. 20 градусов, 54%. Моя замечательная мурая начинает краснеть, пятая ягодка. Ну вот эти ветки тоже с ягодами. Здесь затормозилось цветение. Ну аж она сразу все не может. Ягодки съем, косточки посажу. И один саженец поменяю на сорт Прима 1216 азимину. Это будет весной. Да неужели? Такое солнце. У нас недели две было так пасмурно. Хоть глаз выколи, называется. И наконец солнышко. А-а-а,
Мама, какое небо! У меня начали желтеть каламандины. И даже один кунгватик почти оранжевый. Растения, стоящие на сауне, дезориентированы. Она нагревается до плюс 50. Бугенвилия зацвела, гибискус аж два бутона выбросил. Это два дерева сад. Зимуют тут без света. Ну вот они, прививочки. Конечно, без света им не очень хорошо.